Всем привет, зрители, подписчики канала на YouTube. Итак, у нас сегодня четверг, время 9 часов, 10 час утра, и мы с Ильюшей идем в инвитро сдавать анализы. Чуть-чуть, конечно, я планировала выйти чуть пораньше, потому что, это же на голодный желудок ребенку. Но утром проводила Владика в школу, пришла, просто околела и залезла под одеялку, никак не могла оттуда вылезти. Погода просто ужас, в плане даже очень холодно. Вот такой у нас иней на крышах, не знаю, видно, не видно. Вот на земле, короче, на траве. Вот такой на крышах. Утром сарай наш, да, сарай. Пошли. Папа сюда ходит за картошечкой, да? Ням-ням. Ням-ням вот это приносит? Да. Говори всем привет. Повернись. Говори всем. Всем, да. Очень холодно. Мы утром с Владиком шли, даже были лужи замерзшие. Это не наш сарай, это чей-то другой. Пошли скорей. Надо Владику тоже доставать теплую куртку, потому что сегодня с утра уже не полезла. Пойдем, это тоже не наш сарай. Уже даже там спали дети, не полезла. Хотя, ну, хорошо, мне не холодно этой куртки, но я думаю, что уже все, хватит в той куртке ходить. Довольно-таки холодно. Я сама уже пришла сегодня с утра, никак не могла согреться. Вот лед на лужах, где были вчера лужи. Тут уже лед. Вот такой вот. Ай, мама рука замерзла. Тихо! Мама рука замерзла. Обходи, обходи, Илья. Вот, все замерзла. Поэтому хотела снять с утра. Взяла даже телефон с собой, когда пошла. Но пошли, пошли, зайка. Илья, пошли! Но у меня на это не решилось. У меня сейчас рука от уже замерзает, а утром вообще было еще, наверное, холоднее. И плюс ко всему этому холоду, так еще и ветерок поддувает, поэтому... Нет, зайка, на початку мы не пойдем. Очень холодно. Так, ну все, идем в инвитро сдавать анализы. И уже увидимся попозже. Всем привет, зрители, подписчики канала на YouTube. Ну что, у нас сегодня четверг. Солнечное утро четверга наступило. И у Элизы, всем привет, Агушечка, всем-всем-всем привет, всем привет, улыбаемся, да? Огу, огу, вот так вот мы позируем, вот так вот, молодцы, молодцы, да, мы тоже проснулись, да? Да, проводили Ильюшу, да? И маму, куда мы проводили Ильюшу и маму? Анализы сдавать, да, а сейчас будем мы переодеваться, да? Будем переодеваться, снимать памперс, да, одежку новую, да, ой, и красотка, да. Вот, папка уже поставила сейчас кашку варить деткам, Владик придет тоже поест там им рисовую, а мы с мамкой сидим гречневую у вилку, да, там с овощами. Да, да, ребяткам рисовую кашку, да, сосисечкой, да, и винегретика еще положили, да, винегретика положили. А мы вот так вот, о, тянемся, подтянемся, молодцы, да, молодцы, да. Сегодня морозно опять у нас, Татьяна провожала Владика в садик, сказала, морозно, где-то минус 4 или 5 было. Да, а крошка лежит тут, да. Давай сейчас памперс, будем памперс одевать, памперс будем одевать, твой памперс. Да? Да, скажи, будем одевать памперс мы, да. Да, да, будем одевать памперс. Вот так вот. Вот так мы тянемся, потянемся. Молодцы. Молодцы. Ну и, соответственно, будем уже кушать. Вот. Сегодня крайний денек у меня выходной. Завтра на работу. Да, да. Ой, позирует, позирует наша принцесска. Да, позируем. Да. Да, о, для любителей футбола вчера Зенит проиграл ей чемпиона, конечно, жаль, Байеру 2-0. Вот. Да, в принципе, посмотрел его чуть-чуть, потому что да, тут и забылся как-то, и с Татьяной поговорили, по делам сделали вечером уже. Вот. Так что такие дела, погодка радует солнышком, но не радует холодом. Татьяна вообще с утра замерзла сильно. Даже хоть снимать не стала, когда Владика пошла провожать. Вот. Ну, с ними честно, соответственно, они пошли в инвитро вот, сдавать анализы, которые нам назначили в Брянске. Вернее, назначили, ну, сказали сдать анализы. Ночь у нее прошла у нас с переменным успехом, да? Да.
Вероника полшестого захотела кушать сильно так, что разбудила Илюшу. Они вместе туда кричали. Илюша получила свою порцию молока. Ну и Вероника свою тоже порцию, да? Молочной смеси. Да, все, сказал, что тебя не снимают, да? Тебя не снимают. Да, и ты так реагируешь. Ну все, ну что? Снимай тебе побольше, да? Скажи, снимайте меня побольше, да? Да, скажи, я тоже уже маленький юный блогер давно уже, да? Да, вот такая красотка наша. Так, ну ладно, будем переодеваться, да? Будем снимать памперс, кремком тебе помажем, и надо смотреть уже кашку. Минут через 10 нужно уже выключать ее, да? Да. Увидимся еще. Увидимся попозже. Попозже? Итак, ну что, все уже дома. Илюшка, он собирает, уже раскидал, покушал немножко и раскидал игрушки, да? Илюша, что там тебе делали? Кровь убрали, да? Кровь убрали? Да. Да? Откуда? Где тебе кровь убрали? Покажи. Так. Вот здесь убрали, да, из ручки? Угу. Да, больно было? Нет? Больно. Как? Больно. Больно? Нормально? Да. Ты плакал? Да, нет. Ты плакал? Да, нет. Это нормально было. Нормально. Нормально? А что тебе дали? Где твоя эта книжка? Я не вижу, что уже. Вот. Нет, тебе дали какую-то... А, вот что Илюше дали. Дай, сейчас покажу. Так, инвитро, сертификат, Илья Поляков, 2 года, за проявленное терпение и победу над горькими слезами во время сдачи анализа крови, 23 октября, сегодня, да? О, что тебе дали? Разукрашку какую-то, да? Какая? Ну, когда анализы будут готовы? Тебя не видно вообще? В течение 3-5 дней. А? Готовы анализы. 3-5 дней. Да? Ну, рабочих дней, как бы считается. Понятно. Потом пошли, после анализа мы пошли... в отдел образования. Нам сказали, что мест нет, я попросила сказать к заведующей, где она находится. Сейчас. Собрал? Переговорила с заведующим. Но вот им должны решиться, дадут нам сегодня путевку или нет. Ну, может, сегодня, там, ну, в крайнем случае, завтра уже. Ты еще звонишь сейчас будешь? Ну, я сейчас позвонила, сказала, пока еще ничего нет. Ну, не тот сад, да? Сад, конечно, не тот, который мы хотели изначально, но... ну, тоже напротив нашего сада Кухоглазик, получается, садик находится. Ну, дай бог, сдадут, пускай хочет, что ж теперь. Потому что туда не факт, что мы попадем в тот садик. Ну, понятно. Вот, потом ждем ответа. Собрал? Так, и он еще валяется, Илья. Он там сзади. Где? Вон где твой горшочек. Все покидал. Да, все покидал. Вероника что там лежит? Засыпает. Ну, пусть мы уже ее снимали сегодня. Так, там валик, мы уже покушали, кашку съели. Снимали да сегодня? Да, конечно, мы снимаем, да? Так, Владик делает уроки. Баба, да? Всем привет, он говорит. Привет. Всем привет. Все домашнее задание, да? Давай, давай, давай. Что там, пятерочки, двоечки? Так, это дай Владику, подними быстрее. О, у меня тут уже даже написано «умничка». Да, умничка, молодец. Мы уже, да, вчера это было. Так, давайте, все, не... Так, Илья, все, отходи. Давай не мешать Владику. Не, я могу. Так, отходи. Опять у нас 5 анализов обошлось 2580 анализов. Вот, вчера. Через 3-5 рабочих дней будем анализировать. Ну ладно, дай Бог, все хорошо будет. И там уже будет видно, куда мы с ними пойдем. Ну да. Так, ладно, дай Бог, хорошо. Дома жарко, хоть немножко проветрил. На улице холодно, да? На улице очень сильно холодно. Я показывала, там даже и снег на крыше показывал. Ну и не снег, снега-то у нас не было. Ну и да, и лужи остывшие показывали. Снега у нас пока еще нету. Пока еще не предвидится у нас снежок. Вот так. Сейчас я скачал «Ходячие мертвецы» вторую серию 5-го сезона. Сейчас надо немножко посмотрим, да. А то завтра уже на работу и выходные опять не посмотрю. Вот, такие дела. Так, Владик занимается. Через час ему уйти в самбо. Еще сегодня делать задание по рисованию там ладошки. А да? Мы про него не говорили вчера. Ну да, там ладошки. Надо 5 ладошек хочу ввести, ну, в любой форме. Вот так, как вот так. И придумать какой-нибудь, ну или же морковку там так сюда дорисовать, или же на слоника, медузу, ну хоть такого вот плана, опять штучка надо сделать. Понятненько. Не знаю, сейчас может быть отведем, а потом уже придется сам будет раскрашивать. Ну да. Так. Илья, иди-ка собирай игрушки свои, не лази по сумкам. Слышишь, друг? Давай.
да. Все, пошли. Давай. Попрыгну, да? Все, так, убирай коробочку все полностью, где она была, на место. Правильно, убирай туда. Аккуратненько. Папа, там тоже работу ребенок нашел. Что? Работу ребенок нашел тебе. В смысле? Вот там шкаф посмотришь. А что там? С петель снял. Непонятно. Ладно, сделаем. Так, да, ну да, все, да. Ладно, увидимся уже попозже, сейчас действительно посмотрим кино, что хочется посмотреть чуть-чуть. Да, пока еще и Вероника, да, я снял белье там, кстати, повесил еще одно, которое с балкона, но чуть-чуть вчера не высохло, просто что обветрилось и все. Так, ладно, увидимся попозже. Итак, Илюшка уже поспал, папа тоже там пытался подремать вместе с ним. Я в это время занималась своими делами, гладила немножечко, подобралась дома. С Вероникой потом занималась, мы там вместе с ней в зале лежали, все агукала, агакала она мне. Владику дневник заполнила в художественную школу. Ну, сейчас уже все проснулись. Вот он, и Илюшка наш проснулся, да, Илюшка? Да. Выспался? В смысле, я думаю, поставить стол в зале. Гостей хочет? В комнате. В комнате поставим стол? Папа не в зале, а в комнате, ты не понимаешь. Для комнаты места нет, здесь стол стоит. А ему все равно вот. А тот, кто у нас? Тот, кто у нас повернулась, не видно ее даже. Мы играемся. Солнышко на улице. На улице солнышко. Ну там. На улице минус 3. Я снял в Инстаграме. Легкий морозец. Минус 3, легкий. Ну никак минус 11. Нет, ну это понятно. Так, ну что, у нас новость, да? Да, Илюша дали путевку в садик. Да, Илюша дали путевку в садик. Который мы говорили, 12-й садик. Ну да, конечно, я не в восторге. Ну, не знаю, я честно, в саду ни разу не была сама. Я не знаю, что там такое? Подожди, Илюшенька. Сейчас пойдем туда. Садик скоро пойдешь. Я не знаю, что конечно, нам какую сад или там все внутри. Путевку, да? Сейчас я пойду за путевку получу уже, и там уже разберемся. Не знаю, то ли... Завтра. Сначала следующий надо съехать, да, за путевкой, да, наверное. За какой путевкой? Ой, с путевкой я имею в виду. Путевкой, да. Да, к заведующей. И потом уже походить врачей. Ну, сейчас мне, конечно, скажут поподробнее там в отделе образования, что-то додеваться да. Уже. И пойдем. Играетесь? Играемся. Что папа какой-то у нас расстроенный сегодня? Очень расстроенный. Не дал поспать папке? А, папа поспать. А ему сына не дали. Да? Не дал? Давай, что давай сделаем, пойдем. Кашку. Кашку? Мама похоронила тут белье, стопочка лежит, что надо снести на место положить. А Владик пришел уже наш самбо, да? Что Владик делает? Илюша. Что Владик делает? Домашнее задание по чему? Да, нам дали нарисовать, я уже говорила, 5 предметов. Ой, вот он уже, все, везде вот он, да? Сейчас я тебя вытру. Сам. Очень здесь у нас получилось вот таких 5 ручек. Это у нас морковка из руки такая отведет. Это у нас кубок. Ну, такая, когда все разукрасить, должен быть видно, что это лучше. Это у нас будет медузка, да? Да. Мы ее еще глазки нарисуем потом, да? Это у нас что? А, слоник. Тоже разукрасим его. Слоник сереньким, да, будет у нас? Да. А это у нас рука с цветочками. Только у нас тут серого нету. А как же серый получился? Не знаю. Черный и белый, опять же, который ты замазюкал. Вот надо сегодня стирать теперь, чтобы был белый. Понятно? Почему тебе сказала? Потеряла ты свою палитру. Надо вот эту большую кисточку надо было сначала синего добавить побольше, потом белого побольше и это все смешать здесь. Подожди, Илюш, подожди, пошли пока маму руки помоть. Так, ну все, пускай Ладок занимается, то Илюша тут к нему лезет. Пойдем пока отсюда. Я буду сейчас одеваться, идти за путевкой. И уже увидимся чуть попозже. Бегаем домой. Немножко погуляли, все замерзли. Да? Собаки причем. Эй, красный нос. Еще один. Еще один. Нагулялись, да? Рот грязный Илюшки. Илюшки. Вот, Скоша. Греется тогда. Да. Получила я путевочку, сходила сегодня. Да? Да.
Да. Ну, вот этот сад. Ну, Двенадцатка, мы говорили, да. Валенушка, да? Валенушка называется. Завтра придет бабушка с утра. 10 часов. Да, пойду к заведующей сада. Мы должны идем входной лист дать, ну, на врачей. Да, да, да. Кстати, в группу, куда мы будем ходить, в принципе, попробую что-нибудь снять, конечно. Ну, скорее всего, с 5 ноября где-то примерно получится. Я тоже думаю, тогда в Сочи обойдем. На праздники потом. Да, на праздники как раз. Получится. Пойдем уже в садик. Да. Руки мерзнут, холодно. Минус 4, наверное, но очень холодно. Зябко. Очень холодно. А я вообще без перчаток. Не знаю. Без перчаток. Я тоже без перчаток. Да? Вот только да. Что. Да. Я лягу в нашем зимнем комбинезоне уже. Да, в другом зимнем. Сегодня в тепленько. Темнеет, небо вообще безоблачное. С утра будет холодно, завтра на работу. А мне завтра школу. Тебе в школу, да. Да, выходные. Так, ладно, сейчас зайдем у Диксона, купим водички, батончик и, наверное, уже домой. Все. Да. Прошли часов и хватит. Да. Ну, хватит. Кто там? Большая машина. Большая машина-то поехала? Нет, это бензовоз. Бензовоз, да. Цистерна, да, или воду увозит, не знаю. Воды я не видел. Холодно, холодно. Очень холодно. Да, рука прямо мерзнет, конечно. У тебя как бы снимать неудобно было, а так вот. Да, на улице скоро так сильно не поснимаешь. Вот. Так, Истерска. С утра сними. Ага, вот так вот с утра было сегодня. Ну, на телефоне поудобнее, чем камера чуть. Знаешь, мне все равно. Да? Удобно, неудобно, очень холодно с утра тоже. Да. Поэтому даже не хотела снимать. Да. Так, блог, наверное, вчерашний же выложился, так что смотрите, скорее всего, по-быстрому сегодня, без происшествий, так сказать. Так, ладно, все, заворачиваем уже на перекрестке на нашем, и увидимся дома. Владик, что тут, ну погоди, играет, да, там, непонятно, правда, как он играет с магнитами из другой игры, да? Да, наше солнышко тоже сегодня согрелось, сегодня комбинезончики в зимнем было. Вот она тут тянется, потянется в носочках. Да, носочки такие. Вот, она солнышко всем улыбается, да. Тоже покушала чуть-чуть, да? Ты кушала чуть-чуть? Да, солнышко? Агу-агу-агушечка. Прогулялась, поспала. Вот всем язычок показываем, да? Какой тебе язычок, да? Цыпленочек, а? Желтенький цыпленочек наш, да? Да-да-да. Ай, Иранечка нас, Иранечка. Там Илюшка, он буянит. Да, буянит. Да, пойдемте посмотрим. Мама кушать делает нам, ужин. Блох выложился. Да, Илюша, что тут буянишь? Омлетик. Взяли, дошли в Диксе вот водички и взяли эти, как их? Капитан... Как там? Капитан Норд, да? А, нет, капитан Иго, да. Норд. Вкусные палочки. Получше, чем Миши, да, вот эти вот рыбные палочки, да. Так, омлетик, да? Ну и винегретик мы доедим, чтоб не оставался, да. Пойду, что тут сырок, да? Который не хочет есть. Заелся уже, да? Да. Полосатика съел, еще сырок захотел. И сейчас будем мы кушать, 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 кушать. Ужинать, да? Да? Болёт. Да? Да, да, да. Так. И уже потом будем мыться, готовиться ко сну. Завтра рано вставать на работу, в школу. Татьяна пойдет в детский сад. Так что это будет все утром про делах. Естественно, будет снимать Татьяна завтра. Влог сегодняшний, завтра уже с утра пораньше, часиков до 10 уже увидит свет. Так что все отлично. Сейчас как бы пораньше будут влоги, чем когда на выходных. Просто побольше они, и хочется действительно и выспаться немножко, когда если есть возможность всем. И сильно вечер не загружать. Но сегодня придется сюда вот вечером уже после отбоя малышей смонтировать, зарендерить и с утра все это дело выкладывать на YouTube, когда я пойду на работу, то есть часиков 7 начну это дело все это выкладывать. Да? Да.
Да, сейчас мы будем кушать, так что всем приятного аппетита, кто будет ужинать в данный момент, как мы обычно говорим, обедать либо завтракать, кто какое время нас смотрит. Ну, в принципе, такие делишки. Так что у нас сегодня день такой хороший, насыщенный. Кстати, сейчас я вам покажу. Направленницы. Так, направление для приема ребенка в дошкольное образовательное учреждение. Вот, да, как он, детский сад, Алёнушка, номер 12. Ну, поначалу, конечно, как обычно, неделька, наверное, будет по 2-3 часа, а потом уже, конечно, все это будет уже самостоятельно, полный день. Время пролетело незаметно. Вадик, подойди, пожалуйста. Да, что там у тебя? Время пролетело незаметно, Илюш у нас уже идет в садик, да? Ну, в принципе, как и Владик в школу. Время просто летит, не успеваем, да. Уже Вероника, скоро 4 месяца будет нам, да. Что тут ты строишь, что покажи нам? Папа разломал. Магнитик твой, да? Магнитик, да? Да, магнитик. Так, ну что, ладно, все, увидимся уже попозже, наверное, перед сном. Да, еще, кстати, сегодня анализы сдали, дай бог, чтобы все было хорошо, в принципе. Сегодня дело узнаем, да. Еще, и еще Илюша строит, молодец. Только собери, не забудь, ладно? Так что денек у нас сегодня отличный. Ну и надеемся, всем то же самое, не спать пятницу у всех завтра, в принципе. И всем тоже отличный праздник. Увидимся попозже. Попозже. Так, наш день подходит к концу. Время уже не буду говорить. Такое ощущение, что действительно мы в одно и то же время снимаем концовку. Ну, так оно получается. Действительно, без 15:10. Сейчас тут параллельно с мытьем Вероники, Ильюши, Владика. Смотрели футбол, Краснодар. Уже 4. Вольсбург, да, Краснодар проиграл 4-1. А Зенит был 2-2. Зенит вчера 2-0 проиграл, ба, я уже говорил. 2-0. Так, Илья, что такое? Так, бери свое молоко, Илюша. Так, ну что, помылся хорошо. Илюша опять не стал в кругу. Прямой эфир. 4-2. Краснодар забил. 2-4. Вандерсон. Да, только что забил. Ну, так, как говорится, гол престижа, голы престижа. 2-4. Владик! Что там, Владик, делать? Сейчас идешь. Ну что, ты себе кофточку купила? Да? Да. Эту нику как-то она зимняя уже считается, не зимняя. Такую классную, что ты себе купила? Ну да. Всем ну, пока, спокойной ночи. Подожди, это не все. И такая симпотная. Папа. Вот такая вот кофточка. Да, это... Курочка. Да, тепленькая, да? Да, утепленная, зимненькая. Ну, хорошо. И вот такой вот, как он правильно называется? Я даже не знаю, как правильно называется. Знаю, типа кашная, кашпо. Да, что это кашная. Короче, что-то типа такого. Вот так вот. И так вот раз это. Да. Классно, смотрите, я магазин мерила, прям вообще. Да, хорошая вещичка и недорого. Да. Так, что ты, Илюша? Да, что-то Илюша все. Бананы просит. Так, сейчас баньки, а то будет животик болеть после молочка и бананов, соответственно. Бананы, ага, не надо так, да. Если банан уже кушал. Да, зараз утра поешь. Так, Владик, давайте в плюлю. Владик, ложись. Владик сегодня опять спит, как обычно, ему понравилось. Да. Да, первого полета сегодня. Так. Вчера ночью раз, наверное, 5 примеров пытался. Так, ну что, будем прощаться, Илья? Давай, и на ручки поем баньки. Давай. Как ты говоришь, пока? Пока. Пока, Владик. Всем пока и всем спокойной ночи. Да. Ну что, всем приятного просмотра, всем пока. Да, завтра дела, завтра Татьяна снимет завтра садик. Завтра, да, пойду в садик. По возможности, конечно, буду снимать. Ну, а почту снимешь там, во двор сада. Слушай, в любом случае, именно внутри. А, внутри? По возможности, потому что я все-таки буду с директором разговаривать. Ну, потом, если там покажешь, как мы там немножко там. Ну, постараюсь. Ну, для себя как бы. Как мы всегда это для себя снимаем, да? Вот. Ну, скажу честно, в этом садике, я знаю, что пластик окон полностью в этом саду. Он весь пластиковый. После ремонта позапрошлом году, 2 года назад, он был в ремонт, там был техникум, по-моему, да, раньше? Школа. А, школа там была, да. И потом все ремонтировали, я знаю, полностью поменяли пластиковые окна. Действительно, у нас немного садов, здесь пластиковые окна. Вот это полностью. Я разговаривала с вот этой девушкой, которая отдавала, ну, секретарша, заведующей в ГРАНО. Она сказала, что на этот сад никто не жаловался еще. Что очень всем хотелось этот сад.
как бы, ну, конечно, мне нравится, как бы, уже Левадиков был. Ну, посмотрим. Я уже в топ не была, я не знаю, ну, да. Я не могу судить, ходить, могу в принципе, так же. Да. Ходить так же. Даже может чуть поближе, Сереж. Так что вход еще через Красно-Шотскую, вот, получается, вот круг не делать туда. Там вход. Мимо второй школы. Возле ларца можно ходить? Да, мимо ларца, это прямо напрямую туда вход. Ну, хорошо. Может, не хорошо, туда дальше поближе. Ну там ближе вот метров на 50, на 100. На 100 метров. Ладно. Конечно, на 100. Что делать? Ну ладно, все это будет завтра. Я, соответственно, завтра работаю, так что Татьяна по возможности будет снимать. Большие влоги гарантирую. Ну, что делать. Вот. Кстати, комментарии некоторые вышли, сказали, что качество почти не отличается, так что я буду делать, в принципе, для себя. И быстрее выкладываться намного будет на YouTube. Да? Быстрее, ну, меньше размерчик, в смысле. Считаю почти в два раза. И, естественно, все это будет быстренько. Сегодняшний влог вы увидите с утра, как я уже говорил. Ну что, Илюша уже все, хочет спать. Вероника пьет молочко, и тоже баньки. Покупалась недовольная тоже, молодец. Растет с каждым днем. Да, не по дням, а по часам, как говорится. А ты побоялся, папа тебе хотел одеть. Илюша закричал в ванне, и все. Я такого ванну даже посадил, он уже кричать начал. Да? Ага, вот так вот. Вот так вот продемонстрировал сейчас Илья. Вот. Так, ну что, подписывайтесь на канал, оставляем комментарии, ставим лайки и дизлайки, кому что нравится. Всем до встречи. Всем пока. Увидимся уже завтра.